буквой «П» через три пешеходных перехода. Именно так приходится ходить тем, кто решил прогуляться по аллее на проспекте Ленина. Чтобы вернуться обратно на аллею, пешеходам приходится стоять возле каждого светофора около минуты. При этом получается большой круг, потому что в данном случае светофора здесь три. Но есть и другой вариант – пойти прямо, рискуя попасть под колеса автомобиля. Впрочем, многие барнаульцы так и рискуют. Обходить опасный разворот, видимо, слишком долго и оттого неудобно. Главный проспект города с аллеей посередине проходит от площади Октября до улицы Льва Толстого и на своем пути имеет 10 перекрестков. Но ни на одном из них нет соединительного пешеходного перехода. От такой логистики в восторге не все барнаульцы, да и не только они. Ну, желательно, потому что очень опасно перебегать. Это затруднит движение, как слишком много машин на дорогах. Мне кажется, можно перейти и обойти. А вы по пешеходным переходам ходите или вот прямо? По пешеходным. А вы сейчас хотели тут пойти, не боитесь? Ну, как бы уже привыкшие все ходят так. Недавно московский блогер Илья Варламов оценил, что говорится, по достоинству местный бульвар. В центре Барнаула мог бы появиться крутейший непрерывный маршрут, который соединил бы площадь Октября с речным вокзалом. Вместо этого чиновники решили, что опасный бестолковый бульвар целесообразнее, чем комфортное пространство для пешеходов и велосипедистов, которое помогло бы разгрузить центральные улицы. А это пешеходная аллея на Георгия Исакова. Светофоров тут нет, зато есть сквозные пешеходные переходы, которые соединяют улицы. Гулять тут можно напрямую, ну или, например, кататься на велосипеде. Многим барнаульцам прогулки здесь нравятся больше, чем по главной аллее города. Здесь удобно на велосипеде ездить и пешком. Не нужно пересекать большие дороги. Ну и сама аллея длинная. Очень удобно. Мы каждый день гуляем, в принципе, с ребенком. А что можете сказать про аллею на Ленинском проспекте? Там их нет вдоль аллеи. Мы там, если честно, редко гуляем. Ну, лучше бы они были, конечно же. Потому что если переходить дорогу, например, в положенном месте идешь по аллее, то лучше там. В мэрии пояснили, сделать сквозные пешеходные переходы на Ленинской аллее думали, но отказались от этой идеи из соображений безопасности. По анализу аварийности у нас большое количество наездов на пешеходов и на велосипедистов. Если мы чисто теоретически сделаем пешеходный переход через разделительную полосу, у нас резко на этом участке увеличится аварийность, поскольку интенсивность движения очень большая. К слову, решив всякий раз прогуляться по аллее на проспекте Ленина, пешеходы и велосипедисты рискуют не только попасть под колеса, но и получить штраф. За переход в неположенном месте придется заплатить от 500 рублей. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.